Lessons from Ivan. Hello, my friends. Today I will teach you how to pick up a girl in Mother Russia. At first, you can use the old one method, iPhone. This method has disadvantages. Expensive, and soon there is a new model. Tim Cook. By the way, see the presentation of Apple with me. Remember, September 12th. Yes, this one is good to pick up a girl. But this is expensive and American. We will not use it. There is another way. Time-tested and accessible to everyone. Gorgeous AK-74. It is sold in every store in Mother Russia. And no girl can resist it. AK-74 is your brother, my friend. Don't bzz. Take it. В моей коллекции макетов пополнения это АК-74М. Замечательный. Вообще, знаете, оружие – это что-то с чем-то. У меня был в свое время Юнкер 2 пневматический, и я его продал для того, чтобы покупать годноту на канал. Нужны были гаджеты, и пришлось избавиться от вот такой примерно штуки. Очень жалею, потому что купить его сейчас сложно. Ну, а это просто макет. Однако, дергать затвор... Знаю, это может быть мужская какая-то хрень, но вот просто смотреть на вот это одно удовольствие. Купим армейский ремень, повесим на стену, буду любоваться. К чему эта сценка в начале? Как вы знаете, есть такая тема, что девушку можно склеить на машину. Подъезжаешь на крутой тачке, и все дамы твои. Видимо, в концерне Калашников подумали так же и недавно представили свой электромобиль CV1 на базе старого ижа. И ты на это смотришь и думаешь... А это неплохо. Вначале я угарнул, типа, ха, ретро-электромобиль, а потом, а неплохо. И самое забавное, знаете что? Вот это реакция Илона Маска после того, как он увидел электромобиль от Калашникова. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Концепт электромобиля построен на базе кузова Ишкомби 21252, я думаю, что вы такой точно видели когда-нибудь, но, конечно же, с современными элементами. И, по сути, это просто база, на которой концерн будет тестировать свои электромобили. Вообще, вы знаете, мы находимся во времени, когда только ленивый не делает свой электромобиль. Например, помните, я рассказывал вам про пылесосы Dyson, классные? Так вот, Джеймс Дайсон делает свой электромобиль. Вот так вот от пылесосов он перешел к электромобилям, потому что, говорит, у меня есть технология батарей крутая, которая разорвет всем шаблоны, и я сделаю действительно хорошо. Старый инженер борозды не портит, интересно посмотреть, что у него в итоге получится. Ну а мы с вами, как зрители, находимся вообще в лучшей ситуации. Вот уже можно купить Теслы, вот скоро появится Porsche, вот тебе гибриды от Volvo, и началась вообще благодать. Выбирай, не хочу. И самое кайфовое то, что прогресс не стоит на месте. Я верю, что в ближайшие 5-10 лет мы получим с вами электромобили, мы с вами получим автопилоты, и это будет уже не на уровне, как сейчас, где-то кто-то что-то, а станет стандартом, это, блин, отлично. Блин, какой же он все-таки кайфовый. Мощность CV1 220 кВт. Таким образом, заявляют для концепта запас хода 350 км. Но это все пальцем в небо. Это реально прототип и платформа. Время разгона от 0 до сотни 6 секунд. И пока это все слова. Посмотрим, что получится. Единственное, что меня смущает. У Ижмаша был опыт производства автомобилей. И он был, прям скажем так, себе. Так, объясняю еще раз. Классический привод. Просторный салон. Кузов с оцинковкой. Цена во! Понимаешь? Нет. Объясняю. Ишь, машина для тех, кто понимает. Вообще, друзья мои, прямо сейчас проходит московский автосалон, который совсем скоро завершится. Практически все автопроизводители нормальные проигнорировали это мероприятие. Единственный, кто достойно выступил, это Volkswagen. Причем они построили свою зону прямо перед Крокусом, не в основном павильоне, а на улице. И там можно прокатиться на всех тачках. Тигуана, Марок, новый Туарег, классный Airline. Там есть бездорожье, некая имитация, углы, склоны и так далее. Ну, есть что посмотреть. И прочие интересные штуки. А также привезли две премьеры.
это у нас Артеон классный, который в следующем году появится. Это, ну, по сути, наверное, такой Passat крутой, а потом, может быть, его и заменят. И Concept ID, это такой уже гольф на стероидах электрический, который появится на рынке в 2020 году, а к 2025 обещают его оснастить автопилотом, и будем ездить вообще без рук. Я там был, посмотрел, мне понравилось. Больше всего, наверное, зацепил новый Touareg. Очень симпатичный, прям очень. Дико хочу его потестить. Ну, если что, имейте в виду, наверное, это единственный стенд и вообще зона, куда стоит ехать на московский автосалон. Однако, были интересные экспонаты непосредственно на самой выставке. И самое главное, что я заметил, сейчас во всем мире идет борьба с сексизмом. Значит, женщины, девушки, которые стоят на стендах, это плохо. При том, что сами девушки говорят, нам это в радость, мы работаем, модели, и для них это действительно, ну, комфортная работа, и как любая другая. Нет, SGV надо против этого всего выступать, и ни на одной выставке вы девушек красивых больше не увидите. Победил, я даже не знаю, феминизм или просто маразм какой-то. А на московском автосалоне красивые девушки есть. Самая масштабная экспозиция у Ауруса. Это тот самый проект «Кортеж», на котором сейчас ездит наш президент Владимир Путин. И там, конечно, богато, красиво. И я подходил к этому стенду со скептическим таким настроем, потому что, ну что это за Rolls-Royce и Bentley? Что это вообще? Миллиарды денег в сандалили? Нами там что-то разрабатывало? Ну, камон, ну, обидно. А потом я посмотрел, потом я с ребятами пообщался. Они мне рассказали, как, чего. Они все понимают, что самое важное. И я такой подумал, а реально, ну если вот наши бизнес будут деньги засылать не Мерседесу с BMW, а непосредственно вот НАМИ, да, и вот эта вся история начнет работать, а создавать рабочие места, то почему нет? Почему нет? Тем более, что наших бизнесменов никто за руку не дергает, и это окей. Плюс, это новая платформа, это Сенат, который непосредственно автомобиль представительского класса, лимузин, внедорожник, там чего только нет. И вы знаете, я думаю, что, конечно, я не утверждаю, но уверен, что что-то там, может, и попилили какие-то деньги, но то, что у нас появился вот такой вот продукт, это очень приятно. Как знаете мысль? Стран, у которых есть свой микропроцессор, своя технология, меньше, чем стран, у которых есть ядерное оружие. Вы только вдумайтесь в эту мысль. Да, Эльбрусы вот эти, над которыми все ухахатываются, они медленные, они, конечно, проигрывают сегодняшним топовым решением, но у нас, если что, есть свой микропроцессор. Поэтому я не сторонник хаять все наше. Что плохо, то плохо. А что хорошо, почему бы не поддержать? С ребятами пообщался, и главное, что договорился на тест-драйв. Как только машинки появятся уже непосредственно в продаже, дайте мне одну, я покатаюсь, расскажу свои впечатления вам уже более подробно. Был стенд Mahdi, кстати, они показали свой электромобиль, прототип на базе Mazda RX-8, потому что у них, наверное, двигатель сдох. Но вообще это действительно круто, то, что наши институты что-то делают, что-то придумывают, а вот что-то классное случится. КамАЗ, например, поставил свой электрический самоуправляемый автобус. Я видел нечто подобное на CES, и мы делали ролик, и КамАЗовская штука очень похожа на то, что мы тогда наблюдали. Ну, блин, опять же, это наш продукт, и от этого становится приятно. И последний экспонат, который меня зацепил, это новая Нива. Крутится красиво, что это за аппарат, непонятно, но выглядит не стыдно. Реально такая свежая Нива. Если это будет легендарная Нива, только с новым кузовом, салоном и всеми современными прибамбасами, то почему нет, пускай такая штука существует. И вы будете опять же смеяться, но это вообще все интересное, что есть на московском автосалоне, потому что все остальные павильоны захватили дикие китайцы. Еще у Kia и Hyundai огромные стенды, и сразу понятно, кто в России вообще автомобили продает. При этом китайцы, я удивился, пользовались определенным любопытством среди тех, кто пришел на автосалон, и вы знаете, ценовая политика там уже более-менее адекватная, и ты думаешь, ядрить-колотить, еще вчера это был зашквар вообще, китайская тачка, ну хуже только смартфон от Xiaomi. Шучу, смартфон и Xiaomi топчик, но аналогию вы поняли, еще вчера китайские мобилы это был лютый зашквар, это были копии айфонов с телевизором, с тремя симками и прочая хрень, а сегодня это Xiaomi, Meizu и другие уважаемые бренды. И почему так не может случиться с автомобилями? Да, если на стареньких ДВС они уже не вывозят, то, например, новые электромобили они совершенно спокойно могут делать. Вот через пару лет Xiaomi выкатит свою тачку за 15 тысяч долларов электрическую, и ребятам из всяких Tesla придется подвинуться. И я уверен, что такая штука может пользоваться спросом. Кстати, была там одна контора, которая делает электрические Волги 21-е для детей. 1,5 миллиона стоит такая игрушка. Если вы прям очень богатый чувак, вы можете купить своему 15-летнему
вот такую штуку, он будет на ней кататься. А вы можете еще управлять с пультика всей этой историей. А также ребята переделывают ретро-автомобили в новое обличие. Берем 21-ю Волгу, берем Lexus, соединяем и получаем 21-ю Волгу с климат-контролем и двиглом от Lexus. Ну и вообще всем ходовой частью, вот этими узлами-агрегатами. Офигенная штука, кстати. 5-6 миллионов стоит, и вы знаете, я подумал, а чё бы нет? У тебя получается 21-я Волга, которую ты можешь эксплуатировать everyday со всеми современными элементами комфорта, и это уникальная тачка, которой, скорее всего, плюс-минус ни у кого нет. Но мы с вами отвлеклись, друзья. На международном форуме «Армия-2018» Калашников показал робота боевого, который называется Игорек. Вроде как это внутреннее название, и, конечно, тут же вспоминается, я не знаю, что первая часть Робокопа, наверное, потому что, ну... выглядит фантастически. Смех смехом, а что-то они там делают, и от этого становится, с одной стороны, жутковато, а с другой стороны, ну, какое-то, знаете, вот такое робкое, но чувство гордости также присутствует. Наши что-то умеют. Вот такие новости из мира российского автопрома, электрического и не только. И вы знаете, я слышал, что многие компании российские, в том числе, экспериментируют с электрическими двигателями и в целом платформами. И мне кажется, что лет через 10-15 создавать автомобиль на двигателе внутреннего сгорания будет немножко зашквар. Поэтому... удачи, парни. Я в вас верю, мне кажется, это круто. Ставьте лайк, если было интересно, если вы поддерживаете эту тему, подписывайтесь на канал, жду вас 12 сентября на презентации новых айфонов. Осталось совсем чуть-чуть, скоро увидимся и до новых встреч. Кайф. Пока.